Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, я разработчик спиннингов Norstream. И сегодня хочу представить долго-долго выстраданную серию новых спиннингов Experience. Название менять не стали, буковки добавлять не стали, потому что 100% уверен, что Experience это топ, это лучшее. И вот на данный момент в джиговом варианте это самое лучшее удилище от Norstream. Давайте коротко про историю. Разработка заняла рекордное время, больше 3 лет. Дело в том, что помешал сильно ковид, потом появилась возможность поставить более хорошие материалы, потом долго-долго доводили отработку, малейшие нюансы отработки бланка при работе с приманками, на вываживании, на подсечке. В общем, повозились. Что имеем концептуально? Концептуально мы имеем бланк, который с одной стороны вот ни разу не морковка. У меня в руках спиннинг с тестом 1245, при этом можем посмотреть толщину бланка, она небольшая. С другой стороны, это не, скажем так, новомодные спиннинги для ловли кальмара, которые у нас тут пытаются использовать для ловли на джиг. Никакой мягкости здесь нет. Почему именно так? Задача очень простая. Я считаю, что нормальный джиговый спиннинг должен делать несколько функций, которые присущи именно вот этому классу удилищ. Функция номер 1. Спиннинг должен бросать. Бросать спиннинг должен легко и далеко. По сравнению с первой серией, этот спиннинг кидает примерно процентов на 20 дальше и легче. Вот это важнее. Потому что если и на старом экспириенсе нам надо было кинуть далеко, это сделать было можно. Но при этом спиннинг надо было глобально и серьезно напрягать. Здесь заброс осуществляется гораздо проще. Достаточно просто чуть-чуть нагрузить палку, и она сама как катапульта выстрелит. Это присуще всем 6 моделям серии. Второй момент. Что должен делать джиговый спиннинг? Джиговый спиннинг должен чувствовать. Вот здесь самая спорная история по одной простой причине, потому что чувствительность непосредственно в руку прямо пропорциональна жесткости вершины. Если мы сделали жесткую вершину, малейшие, скажем так, касания приманки от твердое дно будут чувствоваться в руке до первого ветерка. Как только погодные условия сильно ухудшились, чувствительность в руку резко уменьшается и вступает в силу визуализация. То есть нам нужно не только почувствовать в руку падение приманки на дно, но и иногда, если мы ловим, во-первых, на мягком дне, во-вторых, при ветре, увидеть визуально, как вершинка отработала. Третье, что должен делать джиговый спиннинг? Джиговый спиннинг должен подсекать. Очень важный момент, чем, например, я не сильно люблю кальмарки. Если ты ловишь на небольшой глубине и, в общем-то, ловишь ты щуку, проблем нет, в принципе, посечь ты ее сможешь. Теперь представляем ситуацию, что достаточно мягкий бланк используется при ловле на глубине 10 метров на течение. Прежде чем просечка дойдет до приманки, спиннинг согнется, потом еще согнется. В общем, по итогу мы можем просто не просекать рыбу. Поэтому, с одной стороны, он должен сечь, он должен показывать, он должен чувствовать в руку. Есть еще один момент, очень важный. Он должен не просто все это делать. Это можно сделать буквально там на варианте морковка. Когда у вас достаточно мягкая вершина, а дальше увеличивается геометрия, увеличивается, увеличивается. И по итогу мы имеем очень-очень толстый комель. Кстати, некоторые топовые палки так и сделаны, собственно говоря, джиговые. Я ярый противник этого по следующей причине. Спиннинг должен держать рыбу. Вот если, условно говоря, ваша джиговая палка не держит губы окуня, или очень плохо это держит, ну, это неправильно. Потому что очень часто ситуации бывают, когда та же щука засекается за пленочку, судак не просекается по ряду причин, опять же, тот же окунь клюет. То есть спиннинг, как говорится, должен липнуть к рыбе. Первый экспириенс лип к рыбе очень хорошо, очень многие об этом говорили, да и, собственно говоря, и одна из задач была сделать. Этот работает с прилипанием, скажем так, еще лучше. То есть шансов на сход у вас меньше. Ну и, собственно говоря, последний спиннинг должен быть достаточно мощным. Мощность именно комля. Для того, чтобы рыбу, если надо, развернуть, подвести и вообще максимально контролировать. Вот эти задачи максимально я попытался решить вот в этой новой серии. Теперь давайте конкретно по моделям. В серии 6 моделей, то есть по сравнению со старой серией количество их немножко увеличилось. А разбивка по тестам стала немножко другая. Почему? По одной простой причине: я их сделал более детализированные немножко, особенно на низах. То есть первая модель — это Experience 802 ML с тестом 4.18, но при этом по сравнению со старым в этой модели основной акцент сделан на веса 4, ну условно 4, скажем так, 6, 8, 10 грамм. Вот если ваши основные веса там 6, 8, 10, там 12 грамм, то смотреть надо именно эту версию. Следующая модель — это 7.25. Вот если раньше Experience 4.18 использовался в таком широком большом диапазоне и немножко не дорабатывал на низах, и немножко, скажем так, не дорабатывал на верхах, то здесь сейчас все проще. Если веса, которые я озвучил, основные использованы, это нужно смотреть модель 4.18. Если ваши веса близки к 20 граммам, то есть это 16, 14, 16, 18, 20, 22, 24, то как раз вот именно для этого создана модель 7.25. По длинам 802 ML это у нас 2.44, восьмерка, 832 MMH с тестом 7.25, то есть, соответственно, длина 2.51. Все остальные длины это 842, то есть 2.54. Почему такая длина? Объясню. На самом деле, как бы, это некий компромисс между береговой рыбалкой и лодочной рыбалкой. Причем, понятное дело, что лодочной рыбалкой в варианте катера. Либо это будет большая достаточно надувнушка, где можно ловить стоя, где не будет проблем с тем, чтобы взять рыбу на достаточно большой дистанции, потому что длина спиннинга, как бы, говорит сама за себя. Более короткие варианты я думал сделать, но пока нет. Посмотрим, что будет с этой серией. Если она будет достаточно популярна, увеличим модельный ряд без проблем. Следующая модель — это 10.35. 10.35 говорит сама за себя. Это наиболее универсальный тест, который мы применяем в абсолютно разных условиях. То есть вот сейчас я на Чебоксарском водохранилище. 10.35 здесь очень хорошо подходит для ловли в не сильно ломовых корягах и, как бы, не сильно крупной рыбы, то есть там, ну, в районе пятерки, до 5. Вот. 10.35 великолепно подойдет для вариантов относительно небольших, неглубоких речек, когда мы ловим на глубине 4, 6, 3 метра различными приманками. То есть, когда у тебя всегда есть два варианта, либо ты ловишь на легкие веса, ну, там в районе 10-12 грамм, береговая ловля, такая прибрежная ловля. Либо надо что-то повесить побольше, запулить подальше и уже поймать с дальника. Собственно говоря, вот это основное его назначение. Следующая модель, которую вот у меня в руках в данном случае, это Experience 842 MHH с тестом 12.45. Для чего эта модель? Естественно, в первую очередь эта модель рассчитана для ловли на глубинах от 5-6 метров, если это стоячая вода, и достаточно крупные приманки. Второй момент — это судаковая ловля, если это небольшая глубина и не сильное течение. То есть тоже вот сделаны, как бы, два условно универсальных теста 10.35, 12.45 для максимально широкого использования. Вот здесь на Волге, вот на Чебоксарке, в основном я ловил вот на это, потому что никогда не знаешь, в какой ситуации, в какой момент у тебя клюнет крупная рыба, во-первых. Действительно крупные, там 7, 8 и больше. Вот. И во-вторых, важный момент, то что, не меняя удилище, ты можешь спокойно ловить сначала с меляков щуку, используя 12 грамм, вот у меня сейчас конкретно щучья оснастка висит. Вот. Либо то же самое, тут же уехал со свала, встал на 10-12 метров, поставил голову 36, 40, 44 и спокойно ловишь судака. Следующие два варианта, две модели экспириенсов, это 16.60 и 22.80. Немножко опустил 22.80 нижний тест, у старой модели было 2580. Здесь из-за того, что материалы новые, материалы хорошие, и спиннинги в целом стали намного более сбалансированные, намного легче и значительно чувствительней. То есть спокойно совершенно на нижний вес ушел на 3 грамма вниз. Зачем эти две модели? Эти две модели, понятное дело, это либо крупные приманки, потому что 1660 позволяет совершенно спокойно ловить на достаточно крупную огруженную резину, там типа 7,8 дюймов, там 8 дюймов, вот такое вот, с головами 20-30 грамм. Ну а, соответственно, взрослый Experience, он рассчитан на две вещи. Взрослые, это я имею в виду 2280. Вот. Это либо ловля достаточно крупными приманками, тяжелыми головами на сильном течении. Так тоже бывает, вот по хорошему судаку в основном так и происходит. Вот. Либо второй вариант, это ловля на крупную неогруженную или слабо огруженную резину. То есть, когда у вас, скажем так, достаточно крупная резинка, там 20 сантиметров, например, и ее вес подходит к 80 грамм, но огружен там 10-12 граммами. Вот. То есть вот это, именно модель 2280, она в первую очередь универсальна по использованию. Либо это тяжелый джиг, захотели как бы вместо тяжелого джига половить бигбейтами, крупными приманками, пожалуйста, как бы на... Не все, пожалуй, потому что есть резины, которые весят гораздо больше 80 грамм. Но вот, условно говоря, от небольших до средних размеров все это вполне проходит. Кольца. Кольца здесь стоят Fuji Slim SiC. Я ушел от Kigan по одной простой причине. Slim SiC полегче. То есть мы немножко разгрузили вершину, а это очень важно для чувствительности. Это один из моментов, почему чувствительность у новых спиннингов не только материалы, да, не только немножко другая геометрия бланка, а еще и облегчение, то есть скорость возврата выше, ну и, соответственно, чувствительность лучше. Катушка-держатель прорезиненный, тут он, это Fuji, естественно. 1K усиление стоит вот до сюда. Дальше оно, в принципе, не нужно. Дальше идет CP-намотка поверху, это легкое усиление, но больше косметический эффект дает. Стыки усиленные дополнительными намотками графита. Это, в принципе, будет видно, но как бы в данном случае мы пожертвовали немножко красотой и эстетикой, зато приобрели что? Приобрели надежность. То есть новые экспириенсы также надежны, как и старые серии. Поломки, ну, я не сломал ни одного, хотя, честно говоря, сильно пытался на протяжении всех вот этих вот 3 с лишним лет разработки. Вот. Правда, на рыбе. Как бы в других ситуациях не пробовал, не попадал. Машины не прищемлял, как бы по ним не ходил. Собственно говоря, что еще? Очень важный отличительный момент в том, я вот говорил несколько раз про материалы. Собственно говоря, здесь Toray T1100, здесь Toray M40J. Это тареевские припреги. Это не какой-то там закупленный где-то, исплетенный непонятно где, вот этот материал. Это настоящие тареевские припреги, дорогие. Поэтому новый экспириенс будет немножко подороже. За счет более дорогих колец, за счет более дорогих материалов, розничная цена там в районе от 30 до 35, наверное. Вот. Но по своим ТТХ он очень хорошо конкурирует с более дорогими японскими моделями, потому что материалы, собственно говоря, те же, но а наши аппетиты и лэрбор кост в Корее, он как бы все-таки пониже. Поэтому 30-35 вместо 60 с лишним. Собственно говоря, давайте мы сейчас посмотрим, как работают эти модели на низах и на верхах. Потому что, я думаю, будет просто интересно понять, что же мы получили. Начнем, понятное дело, с самого легкого, 4.18. Для этого переместимся немножко в другое место, потом вернемся сюда и уже продолжим. Специально выбрали место, где можно половить на самый легкий вес. Вот 4 грамма, вобринг 3-дюймовый, плетенка 0.8. Ну, полштонча здесь ставить смысла нет, может на такую приманочку сесть там что-нибудь килограммчиков 5. Вот, поэтому... Условия тестирования не сильно прям такие минимальные. Так можно было поставить плетенку 0.6. Чувствительность баба лучше. Но покажу по работе вот вершинки, что спиннинг делает, как бы, как он показывает работу с 4 граммами. Смотрим. Во-первых, заброс. Заброс спокойно, сама вершинка нагружается. Дальше уже нет. То есть давайте понимать, что чудо ждать не надо. Это не лайтовая палка. Это класс ML, но если вдруг надо поставить 4 грамма, то, в принципе, все вполне работает. Так, попробовали экспириенс на 4 граммах, собственно говоря, работает. Понятное дело, что идеальная работа на 4 граммах, самый-самый низ джигового теста, то есть 4 грамма голова и маленькая приманка, не будет. Но на твердую четверочку, то есть падение, контроль, чувствительность при твердом грунте, все это есть. Теперь давайте смотреть, как эта же модель справится с 18 граммами, то есть со своим верхом. На самом деле, если вот кто-то возьмет в руки вообще всю эту серию, он достаточно удивится, потому что в руках это кажется прям невесомая игрушечка, которая, по идее, там может сломаться при сильной посечке, еще чего-то. Скажу честно, при сильной посечке, кстати, да, я говорил, что не сломал, сломал один. Я сломал один, когда испытывал 4,18 в глухом коряжнике, и мне село примерно килограмм 6. Вот. Так мало того, что села, я во время посечки еще умудрился впечатать ее в корягу. Но вот старый предвариант экспириенса 4.18 просто развалился на 4 части. Вспомнил, это было 2 года назад. Вот. С тех пор утекло много воды, поставили другие материалы. И, собственно говоря, поэтому сейчас я спокоен. Потому что мои тестирования вот с этим вот примерно в похожих местах, правда, щуки попадались такие 3. Где-то 4, не больше. Вот. Совершенно спокойно рыба берется, рыба выводится и доставляет огромное удовольствие, потому что легкая снасть. Так, смотрим 18 грамм. 18 грамм. Что? Понятное дело, что смотреть, как работает вершина на 18 граммах, глупо. Понятно, что она работает идеально. Давайте мы сейчас посмотрим на вершинку, как 18 грамм его нагружает. То есть мы видим, да, что это не максимально возможный вес по нагрузке, но вот именно если работать, скажем так, на подрывами и прочими такими техниками рывковыми, то это разумный его максимум. Вот сейчас я это и покажу. Заброс, ждем падения, вот на дно. То есть смотрите, что происходит с бланком при подрыве. Это, кстати, один из немногих фастов во всей серии. То есть вот 4.18 ближе к фасту. 7.25 чуть-чуть помедленней. Все остальные классические регуляры фаста. Значит, поэтому при подрыве что у нас происходит? У нас нагружается сначала мягенькая вершиночка, потом включается в работу вот эта зона, и вот ей уже спокойно делается подрыв. Провалов, понятное дело, никаких нет. Контроль очень четкий. Ну, собственно говоря, работает. Понятное дело, могу вам показать вот такой вот вариант. Иногда по судаку неплохо проходит. 18 грамм, ну, 3,8 дюйма. Маленькая резиночка, в принципе, можно поставить больше. Это как бы я немножко перестраховался. Можно и поставить 4 дюйма, и пообъемней. Вот, все равно работа с таким весом для этого экспириенса не проблема. Разумный максимум. Итак, у меня в руках следующая модель. Это Experience 832MMH с тестом 7.25. Собственно говоря, для чего вообще эта модель сделана? Во-первых, небольшие водохранилища, там не Волжского каскада, как мы сейчас здесь, да? Вот, где ловятся в основном весами там 7, 8, 10 грамм, ну и заканчивая большой довольно глубиной, когда там ямы, судак 10-12 метров и 20 грамм, 20-22 грамма, плюс другой вариант, достаточно крупная резина, ну и уже там 18-16 грамм. Дальше, второй вариант, который я очень люблю использовать, это Experience, это ночная ловля судака на вуллер. Вот, потому что вот новые обновленные экспириенсы это, естественно, Jack Special, но за счет того, что строй поменялся, и поменялся довольно серьезно, есть возможность совершенно спокойно работать с другими приманками. Вот, например, вот это великолепно работает с воблерами, там до примерно 110-го. Дальше, что еще? Естественно, классический джиг на средних реках. Мечта рыболовов, условно говоря, Москварики. Мечта рыболовов там, канал имени Москвы. Я сейчас просто называю вот, водоемы, где вот эта модель будет очень удачно подходить под условия. Ну и, собственно говоря, небольшие реки 50-60 метров, когда глубина 3-4 метра, и нам надо ловить там либо достаточно крупными приманками, либо там есть какое-то течение, там и ставим мы не 4, 6, там 10 грамм, а ставим в основном уже 14, 16, 20. Давайте посмотрим, как работает на самых низах, потому что, хотя я вот сейчас говорю какие-то там такие основополагающие вещи там по весам, использовать на низах его совершенно спокойно можно. То есть вот 7 грамм, 3-дюймовая приманка. Это та же самая приманка, которую мы смотрели низа модели 4.18. Вот сейчас повесили 7 грамм и посмотрим, как она отрабатывает свой самый низ-низ. Давайте смотреть. Забросик. Ждем, когда упадет. И смотрим на вершинку. Все, падение. Честно говоря, у меня было прям острое желание написать чуть ли не 5.25. Потому что вот 7 грамм. Если модель 4.18, там все-таки 4 грамма с 3-дюймовым твистером, есть некоторая натяжка, то вот здесь абсолютно четко, абсолютно ясно, абсолютно понятно падение 7-граммовой приманки. Понятное дело, что те, кто разбираются, они понимают, что между 4 и 7 граммами это, в принципе, пропасть. Но вот здесь, наверное, можно поставить даже было бы и чуть поменьше. Работа идет. Естественно, разницу в твердости дней я чувствую великолепно. То есть вначале мы попали на ил, сейчас стали сваливать по свалу. Попадаются камушки иногда, в основном это глина. То есть чувствительность абсолютно спокойно на самом низе позволяет понять, какой грунт под нами. Кстати, ракушник тоже великолепно чувствует. Момент, не помню, говорил или нет, но как бы вот эта модель тоже неплохо подойдет для ловли, условно говоря, пилькерами, некрупными кастмастерами, грамм до 20. Потому что вот как раз примерно где-то до 20 грамм она дает максимальный дальний заброс. Ну, низа посмотрели. 25 грамм. Сейчас повешу, кинем. Ставим на свале специально для съемок, кинем в глубину, посмотрим, как работает с максимальными весами эта модель. Вернее, даже не посмотрим, я вам просто покажу, потому что в течение 3 лет я только этим занимался, смотрел. Так, оснастил 24 граммами. Это поролонка от левши, местная судаковая убийца. Честно говоря, эффективнее не знаю, чем вот этот червь. Но это не важно сейчас в данном случае. И давайте посмотрим, что первая вещь, насколько грузится вершина при максимуме. То есть, если посмотреть, теоретически запасик-то еще есть. Конечно, понятно, что перегружать я не рекомендую спиннинги сильно. Вот, но, в общем, нормально, проблем точно не будет. Дальше. Смотрим, как эта модель работает с подрывами вот на этих вот весах. Потому что, как я уже сказал, для достаточно больших речек, либо для небольшой глубины, вот как раз, пожалуйста, судак на 4-5 метрах. Смотрим. Заброс. Ждем падения. И давайте смотреть. Вот, собственно говоря, с моделью 4.18... 7.25 почти брат-близнец. Разница в том, что он чуть-чуть помедленнее. Но принцип работы на тяжелых весах у них одинаков. Относительно мягкая вершина, но с быстрой скоростью возврата. Сначала сгибается, потом подключается средняя часть вершины. И уже она дотягивает рывок до нужного нам уровня. Понятное дело, что показывать работу на верхах, там как что падает, смысла нет. Если мы великолепно видим и чувствуем 7 грамм, то уже 25 это будет точно. Ну, собственно говоря, на этом, наверное, все по этой модели. Вверх-вниз показали. Остаются еще 4 модели. Следующая такая вот уже другой немножко класс. Это вот 10.35, 12.45. И сейчас я вам покажу их работу на верхах и низах. Следующая пара после 4.18 и 7.25 это 10.35 и 12.45. Вот у меня в руках 10.35. Experience 842MH. Почему пары? Потому что на самом деле так получилось, что для оптимизации работы в своих тестах у каждой пары этих спиннингов есть свои определенные черты. То есть если 4.18 и 7.25 достаточно быстрые, то 10.35 и 12.45 они более регулярные, regular fast, с достаточно жесткой вершиной, которая с одной стороны позволит, например, перебросить объемную приманку через коряжку, а иногда это прям важно. Второе, они позволят работать с достаточно упористыми приманками, то есть уже фэтами какими-то на минимальных своих весах. Покажу, наверное, вот на следующей модели. Здесь же, наоборот, я сделал такой жесткий тестинг. 10 грамм, поролон. Кто ловит, тот в курсе, что поролон по чуйке намного снижает чувствительность и визуальную, и тактильную удилища. Вот. Но специально как бы я вот максимально делаю жесткие тесты. Маленькая поролоночка, но достаточно объемная для своего вот веса 10 грамм. И посмотрим сейчас, как 10.35 отработает на низах. Значит, пока заброс не сделал, коротко для чего эта модель. В принципе, я уже говорил, но лучше повторить. Это классическая универсальная модель под абсолютно разные условия ловли. То есть ты можешь ловить уже достаточно тяжелыми весами на выбросе, если надо, на глубине там, и течении каком-то, если надо. Одновременно с этим ты можешь использовать легкие веса, то есть вот 10, 12, 14 грамм, для того, чтобы ловить, либо в стоячей воде на небольшой глубине, там в районе 4-5 метров, либо если тебе надо максимально облегчиться. Вот, собственно говоря, эта модель сделана для этого. 10.35, но тест говорит сам за себя, универсал. Смотрим работу на низах. Падение. Видно все. Понятно, что сейчас условия не очень жесткие. Ветерок есть. Ветерок такой встречно-боковой, неприятный, но не сильный. В любом случае, все четко видно и четко контролируется и по вершине, и в руку. Вот до этого был легкий ракушник. Сейчас глина. Ракушка. Вот, опять пошла глина. То есть я могу четко понять даже, из чего этот свал состоит. Понятно, что вершина отрабатывает. Так, ну, 10 грамм проверили. Раз уж поролон, так давайте поролон. Очередной червяк от левши. Вот сейчас буквально им ловили судака. 36 грамм. Ну и сама поролонка, в принципе, не весит ничего. То есть вот это вот можно даже и побольше повесить. Но просто я хочу показать именно рывок. Именно имитацию подсечки. Как же 10.35 справится вот с таким весом. Смотрим. Так, давайте кину туда, проще будет. Там глубже. Приманка на дне и смотрим. То есть, если вы посмотрите внимательно, вы увидите разницу от работы 7.25 и 4.18. Здесь нет более мягкой вершинки. Скажем так, последней трети второго колена. Более регулярный строй, regular fast, поэтому рывочек получается на заглядение. Полный контроль, ничего не проваливается. Понятно, что он гнется, но гнется он достаточно без резких углов, провала нет, подбросили и подождали. Понятное дело, что если вы возьмете более мощную палку, там надо будет прикладывать чуть меньше усилий для рывка. Но это верха. Тоже давайте не забывать. То есть универсал, универсал, универсал. Но именно джиговый универсал, который с другой стороны великолепно бросает кастмастеры, пилькеры. Подходит тоже для ловли на воблеры прямой проводки. Проводкой это у нас, ну, обычно ночной судак, давайте говорить так. То есть 100, 110, 130 воблер. Вот, крэнк, ну, сильно упористый не гонял, до 4 метров работает. То есть, повторюсь, наверное, что актуально для экспириенсов с тестами 10.35, 12.45 и 16.60 отчасти. Они стали более универсальными, то есть спиннинг-то джиговый. Но там нет вот такой вот мягкой относительной вершинки, которая делала невозможным работу с другими приманками. Здесь сейчас все проще. В принципе, хоть за лосось. Следующая модель это Experience 842MHH, тест 12.45. Это уже более серьезная игрушка для более жестких условий, для более тяжелых весов, для судачей ловли на глубине течения. То есть, когда вы уже используете 30-40 грамм вес головы, ну и там, если 40, относительно небольшую приманку. Но это не говорит о том, что по низам он не работает. То есть, вот у меня сейчас очень жесткий вариант в плане показания чувствительности, потому что довольно большой 5-дюймовый твистер, минимальный вес 12 грамм. Понятное дело, что такой твистер будет довольно сильно парусить. И в целом очень сильно ухудшит нашу чуйку, как визуальную, так и, соответственно, в руку. Но все равно как бы не сильно боюсь, потому что вот именно на эту модель здесь последние несколько дней я, собственно говоря, и ловил. Смотрим, как она работает. Заброс. Далеко кидать не буду. 12 грамм. Так, все, на дне. И внимательно смотрим. Можем не очень внимательно. Вот у нас тут сейчас условия не очень айс. Встречный ветерочек, который будем пытаться заглушить. Там все очень непросто с дном. Но в любом случае падение мы четко видим. Я кинул сейчас на меляк. 12 грамм там не очень хорошо работает, потому что глубины мало. Но вот все, пошел свал. Малейшее касание передается в руку, потому что свал достаточно твердый. Все мы чувствуем. И это при условии, что, как я уже говорил, твистер очень сильно уменьшает чувствительность. Такой объемный, мясистый, еще и с хвостом большим. Пожалуй, хуже твистера только толстые хвосты с большой лопатой. Вот посмотрели низа. Все великолепно работает. Прям паракушечки дзынь-дзынь. По глине глуховато, ил чисто визуально. То есть вот именно инструмент, который позволит ловить в разных условиях в тестовом диапазоне, ну, очень интересный. Наверное, один из моих самых любимых, потому что он очень универсален. И давайте теперь посмотрим, что же там делать с верхами. Потому что я тут говорил про судака. А судак — это что? Это не только заброс, это не только контроль, это еще и подсечки. Поэтому вот этим вот своим резким дерганием, когда я вам показываю, собственно говоря, я отчасти имитирую подсечку. Понятно, что не так сильно, но показываю, что удилище сможет не просто почувствовать, но еще и просечь рыбу, которая клюнула там условно на большой глубине и на сильном течении. Сами знаете, что это один из самых сложных вариантов. Так, 44 кидать будем в глубину. В принципе, здесь для него уже перебор, но нам надо посмотреть именно рывки, а не работу вершинки, потому что понятное дело, что работать она будет. Там 14 метров. Сейчас опустится. Так, упало. Смотрим. В отличие от 7, 25 и 4,18, как и в 10,35, здесь уже нет мягкой вершины. Удилище гораздо более регулярно. То есть это классический средний быстрый строй. И что нам это дает? Нам это дает отсутствие каких-либо провалов при вот таких вот рывках. Чуть не забагрил кого-то. Понятное дело, что он нагружается, потому что это самый-самый его верх. Вот. Но в любом случае, вот эта нагрузка, она полностью контролируема. Провала нет абсолютно. Ну и давайте сымитирую 44 грамма, сымитирую посечку. То есть видно, да, у нас включается частями сначала вот эта вершинка, потом средняя часть, и при увеличении нагрузки включается уже вот эта вот часть, она досекает. Собственно говоря, вот не знаю, ни разу с экспириенсами проблем с подсечкой не видел. По крайней мере, вот с последними моделями, которые я тут уже гоняю, там, наверное, последние полтора года. Следующая пара — это 1660 и 2280. Начну с 1660. Мощные, чувствительные, липнущие к рыбе, но при этом не мягкие спиннинги, которые позволяют работать на большой воде. То есть вот в моем понимании, если рассматривать вот, например, 1660, только не на Чебоксарском водохранилище, а, скажем так, пониже, вот, то одна эта модель, в принципе, может быть достаточно универсальна, потому что легкие веса там, мягко говоря, не сильно нужны. Вот. А тяжелые веса до 60 грамм она справится великолепно. Сейчас пока посмотрим низа. Низа — это 16 грамм, 3,8 дюйма. Вершинка немного нагружается. Кажется, что удилище не догружено. Ну, теперь посмотрим, как она будет отрабатывать этот вес. Заброс. Вроде как прям не должно. Обычно 20-60, здесь 16. Но работа идет абсолютно нормально. Полный контроль по вершине. Про руку даже говорить не буду, вершинка жесткая. Она позволяет четко чувствовать даже материал грунта. Ну, как бы и вся серия Experience такая, тут даже говорить нечем. Топ. Максимальная чувствительность, максимальная идеальная работа бланка, бескомпромиссно. Ну, низа посмотрели, вот, работает хорошо, качественно, чувствительность, визуалка, есть все. В принципе, самое интересное, что вот при тестировании у меня регулярно садились даже окуни, и, в общем, губы ни у кого не рвались. Сейчас вы увидите почему, когда я поставлю верха, вы увидите, как бланка работает на верхах, на подрывах. Ну, собственно говоря, низа посмотрели на Experience 842H. Теперь давайте смотреть верха. Голова 60 грамм. 5-дюймовый, достаточно толстый, объемный виброхвост. То есть я немножко ужесточу ситуацию. Понятно, что чуйку смотреть не будем. Вершинки, это глупо. Сделали заброс. Теперь смотрим, как он будет подрывать. И заодно вы видите, как работает вершина на нагрузках. Почему вообще вся серия экспириенсов липнет к рыбе. Если смотрели до этого, вот как бы если смотрите сейчас обзоры более легких моделей, то вот здесь вот по сравнению с 60-кой есть разница. 60 и 80 они помедленнее. Соответственно, они еще лучше держат нагрузкой, более плавное перетекание нагрузок. Но так как палки сами по себе жестче, то и удержание рыбы примерно остается на том же уровне, что и у более младших моделей. Смотрите рву. Вот в этот момент четко виден его средний быстрый, ближе к среднему строй. Провалов, понятное дело, нет никаких. То есть, в принципе, даже комментировать чего-либо смысла не вижу. 60 грамм плюс, мягко говоря, не маленький хвост. И все это дело великолепно подрывается. С чуйкой проблем нет. Наверное, самая чувствительная модель вообще из всей серии. За счет соотношения своей жесткости как бы и весов, которыми она работает. Поэтому все хорошо. Но сейчас я хочу показать еще один альтернативный вариант использования. Подо что я его в том числе использовал достаточно регулярно. И это у нас вот такие вот игрушки. То есть голова 40, огромная резинка тяжелая. Вот, будет легкий перегруз, но так как обычно в этой ситуации у нас заброс плавнее, никаких проблем с использованием там 30-40 граммовых голов и крупной резины в принципе нет. Плюс ко всему достаточно жесткая вершина позволяет работать этой приманкой совершенно спокойно. Смотрим. Ну, про заброс я уже вам говорил, падение. И по виду сразу там достаточно мелко. Понятно, что вершина напрягается, вершина гнется. Нагрузка не маленькая для этого теста. Но, в общем-то, никаких проблем. Вот, имитирую, например, подсечку. И все работает. Как я уже сказал, это в данном случае 40 грамм голова. Если голова будет легче, то все будет еще интереснее. Тут я уже как бы максимально нагружаю жестью. Смотрим. Еще раз небольшой заброс. И повели. Как бы подсечки, рывочки. Хотя такую резину так не дергают, естественно. Я вам просто показываю, как работает вершина. Вот здесь очень хорошо видно, почему эти палки липнут к рыбе. Они вроде как и жесткие, но при нагрузке включается большая часть бланка и амортизирует все рывки. Забыл сказать, когда работали по низам. У меня стоит 5000 Твин Пауэр, плетня 2,5. Хотел поставить Сертейт, но нет, Сертейт уже не тот. Поэтому Шимана Твин, пятерка СВ с толстой плетней. И вот даже с этой катушкой, с этой плетенкой совершенно спокойно работал 16 грамм. Переходим к последней модели 2580, расскажу про нее. Ну и последняя модель в экспириенсах, это Experience 842XH. Я ее называю модель не для девочек, не в плане даже гендера, а в плане личных качеств. Вот, значит, особенности. Мощный, легкий, сбалансированный. Про чувствительность даже говорить не буду, сейчас покажу. То есть малейшие касания, малейшие ударчики, подбивчики рыбы и все в руку. Тем более вершинка достаточно жесткая. Она даже более жестче, чем у старой модели Experience 2580. Чуть сделали пожестче. Но за счет изменения строя, более регулярного, работа на низах у него стала даже лучше. При этом верха не пострадали ни капли. Второй момент, опять же, как и у всей серии Experience, могу сказать четко, кидает он сильно дальше. Просто мы вот сейчас несколько дней сравнивали 3 старых Experience, 3 новых. Ну, 3 модели, которые были в лодке просто, старые, новые. Вот, этот переигрывает и по дальности по всему. Значит, 22 грамма. 22 грамма самый низ. Показываем, как же вот этот монстр, который может работать с бигбэтами, я тоже покажу, будет работать на своих низах. Кстати, сразу скажу, плетенка 2,5, катушка Твин, морской 5000. То есть такой мощный комплект, который просто создан для более тяжелых весов. Но, условно говоря, попали в ситуацию, нужны относительно легкие веса, больше рыбы нигде не клюет, справится ли он со своим низом? Падает. Падает, там не мелко. Упала. Четко видно. Я бы сказал на самом деле, что можно смело писать даже не 22, а грамм 20, а то и 18. Ну, просто, честно говоря, я сильно боялся, что мне не поверят, что, возможно, удилище, которое будет хорошо работать и с тяжелыми весами, это я покажу потом, и буквально с 20 граммами. Там глубина большая. Скажем так, оставим на то, что сейчас погодные условия не самые плохие. В общем, если будет ветер, 22 грамма вы увидите. Ну и, естественно, почувствуете, если твердое дно. Ну вот у меня в руках классический вариант использования 2280, который изначально был в него заложен. Это джиг. Голова, правда, голова 70 грамм, извините, 80 не нашел, но резинка достаточно большая и достаточно тяжелая. То есть здесь совокупная масса за 80, я думаю, что где-то здесь граммов так 95. Смотрим, как отработает этот спиннинг, в первую очередь, естественно, на подрывах. Понятно, что про подсечку с таким тестом разговор не идет, просечете все, что хотите, но иногда... Даже не надо, я бы сказал, в основном, если вы ловите на тяжелые веса, там 60, 70, 80 грамм, то понятное дело, что это сильное течение. Поэтому покажу рывки, посмотрите, как отрабатывает вершинка, сможете спокойно переложиться на течение сильное. Здесь, к сожалению, условий для такого течения просто нет. Поэтому смысла пытаться даже найти что-то, где будет нормально работать 70-80 грамм, ну, я не знаю, это, наверное, километров 100, не меньше, вверх. Поэтому кидаем, я делаю рывок, смотрите, как работает вершина, ну и сможете спозиционировать это именно на течение. Никаких провалов, от слова совсем. На самом деле, вот эта тяжелая ловля, такая, когда идет разговор там о удилищах до 80 грамм, до 90 грамм, 100 грамм, она достаточно условна. Объясню почему, потому что стиль заброса. Здесь 70 грамм, 80 грамм можно кидать силовым забросом, силовым продавливающим, спиннинговым забросом. Если мы работаем бигбэтами, то, в принципе, я спокойно ставил в районе 100 грамм оснастку и ловил. Я сейчас покажу. Давайте, дергаем. Та же самая классика Шодро. Средний быстрый строй. Как я уже говорил, эта пара 60, до 60, до 80 грамм, они чуть помедленнее, чем предыдущие 10.35 и 12.45, но все равно это средний быстрый строй, классический. При сильном рывке удилище, естественно, отчасти гнется, заложен принцип отрабатывания по рыбе, но мощности хватает вполне для того, чтобы контролировать приманку и просечь, самое главное. Вот здесь сейчас в течение нескольких дней ловли Есть несколько рыб конкретно вот на это удилище, на бигбейт. Правда, размер подкачал. Вообще в этой поездке размер подкачал. Вот, но проблем с тем, чтобы вытащить какую-нибудь трешку, четверку, практически вывести на глиз, у нас не было. Давайте покажу альтернативный вариант, который вот я конкретно здесь, конкретно этим удилищем использовал. Вот такой красавчик. Если посмотреть внимательно, уже изрядно покусанный кое-где. Здесь просто беда в том, что Чебоксарка, расход приманок достаточно высокий. Вот это прям в виде тирана у меня прожило аж целых 2 дня. Я его не оторвал. А вес, точно не скажу, в районе грамм 70-80, плюс 10 грамм. И смотрим, смогу ли я его нормально забросить. Вернее, я-то знаю, что смогу. Хочу показать вам. Сейчас надо внимательно посмотреть на вершину, как грузится вершина. То есть на самом деле перегруза-то по вершине нет вообще. А мощности средней части вершины хватает для того, чтобы его дослать. Забрасываю. Ну, полетела, естественно. Куда же она делалась? Считаем до 6 и медленно его повели. Как раз там глубина примерно в районе 5 метров. Щучья полочка. Мы просто на боевой точке, правда, что-то здесь не клюет. И вот такой альтернативный вариант использования этого удилища вполне себе допустим. В отличие от старого, старым, в принципе, тоже можно, но там более мягкая вершинка, она смягчена. И поэтому вот делать какие-то там анимации легкие, особенно если вы ловите мышью. Мышью, кстати, я здесь тоже ловил. Просто там подбросы и прочее, им гораздо удобнее, чем старой версии 2580. Активную резкую анимацию бигбета. Понятно, что это не чисто бигбетная палка. Чисто бигбетные они еще жестче. У нас там есть серия диктатор, например, это. Но в принципе, если вот так вот приспичило, то есть ловите на джиг, захотелось половить бигбетом, вполне себе рабочий вариант. Дело в том, что я немножко сумбурно рассказываю, очень много вот по экспириенсу информации, очень много моментов, нюансов, тонкостей. И все это в одном обзоре сделать, ну, нереально. Вот, наверное, мы будем еще делать и фильмы, где будем рассказывать конкретно про каждую модель, по крайней мере, надеюсь, что получится. Вот, и какие-то там рекламные вещи будем делать с объяснениями. Но пока вот это. Значит, после того, как выйдет эта передача, если есть вопросы, в течение пару недель я точно на канале, я отвечаю на вопросы. Если пару недель прошло, вопросы какие-то остались, контакт, Русфишинг, я там есть, найти меня можно, не стесняйтесь, спрашивайте. Потому что есть куча нюансов по использованию любой снасти, и все в одном обзоре, ну, не расскажешь никак. Поэтому на этом, наверное, все. Всего доброго. Подписывайтесь на канал, если интересно. Если хотите вот узнавать новости про снасти Norstream, смотреть наши рыбалки. Ну и до встречи на воде. Ни хвоста, ни чешуи. Всем пока.